Выиграли хорошо, проиграли плохо, как всегда. А как оценишь свою игру, свои шансы? Пусть тренеры оценивают, мне как оценивать. Я работал на команду, как всегда, в принципе. Менял свои позиции по ходу игры? Обе позиции мне знакомы, я на обеих играю, как бы и в клубе, и в сборной, проблем не было. Удачи вам, ребят, всем. Увидимся через 4 месяца.